Ты зря это делаешь, я видео снимаю. Да, я видео снимаю. Что? Блин, я завалил горизонт. Ну ладно, ладно, понятно было, что шатаешься. Я просто так очумел от того, что ты собираешься делать, что у меня челюсть отвалилась и рука дрогнула. А мы прилетели. Да, мы прилетели на Бали. Мы приехали в храм какой-то. Да? Улувату, на, держи. Снимай меня. А ты что, все время женщину показываешь? Ты все время переживаешь, что я женщина? Смотрите на меня, это мой блог. Такой симпатичный. Можно туда пройти. Можно туда попасть? Нет, видишь, да, он тентом написан. Давай хоть снимем. Давай хоть посмотрим. Просто отсюда. Так вот, и мы приехали... Там ничего интересного. Ладно, давайте я вам сниму будку, что ли, тогда. В общем, мы... Вот обезьяна вам, смотрите. Мы приехали в храм, туристическое место, достаточно. Хотели посмотреть на красивейший закат. Красивейший закат. Но мы опоздали, потому что Maps мне показал, что ехать быстрее, чем оказалось на самом деле. Закрываешь лицо? Не закрывай лицо. Вот. И гуляем по этому храму. Но есть плюс. Плюс в том, что никого практически не осталось, нет туристов. Обычно до заката, ну и во время заката, здесь просто огромные толпы туристов. Правда, Машатышка? Ты что, не снимаешься? Да ладно тебе. Что такое? Что тут? Ну так бас-бас, зал шел и... Ух ты, ё-моё, я не знаю, видно там вам, нет? Вот это вот, подержи, я попробую зазумить. Мы сейчас стоим на обрыве, я не знаю, видно, нет? Да ничего не видно, к сожалению. Стоим на обрыве, внизу скала просто и волны. Да, к сожалению, придется снимать все это именно в обычный блог. Простите, что я вам черное все показываю. Сейчас я... Малевич мой любимый. Да, Малевич мой любимый художник. Всегда хотел быть как он. Эти сумасшедшие обезьяны прыгают по крышам. Это было страшно. Было страшно сейчас. Ну, просто сейчас ты шел. Испугался попугая, я уже ничего не успею. Я боюсь просто фауну. Любую. Станет меня. Все, ребят. Показывать нечего. Сейчас, без обработки. Вы уж простите нас, да? Пожелаю что-нибудь хорошего ребятам. Чтобы вы всегда везде успевали, в отличие от нас. В отличие да? от Тёмы. А что я? 9 утра. Выходим через 20 минут. Да, да, 12, Чикаго. Так потому что 12 был чекаут. Мы могли быть в отеле до 12, я там и был до 12. В чем проблема? Каждый проплаченный доллар? Да, отрабатываю по полной. Вот взяли мотороллер на сутки, значит, сутки будем его использовать. Гонять. Давай хоть снимем, что там было. Что люди пошли? Вот туда вот, нас не пускали. Вот смотрите, какая штуковина. Сказали, вы белый, вам сюда нельзя. Да, говорят, вы не загорелы. Извините. Все.